6 сентября Православная Церковь отмечает День памяти священномученика Серафима архимандрита Жировичского. Он принял мученическую кончину за активную проповедническую миссию в годы войны на территории Беларуси, начав ее с Жировичского монастыря, где он был насельником. По традиции 5 сентября состоялся крестный ход от женского Благовещенского монастыря, что в Слониме, в микрорайоне Лобозовка. Он проследовал к храму на улице Брестская в нашем городе, а после литургии в нем в Жировице. В день памяти Серафима планировалось осветить и торжественно открыть памятник, посвященный ему. Однако весь епископат Белорусской Православной Церкви в этот день уехал в Москву, где будет возведен в сан митрополита новый экзарх всей Белоруссии епископ Вениамин. Торжественное открытие памятника будет позже.